А, да. Заебал. Давай посмотрим, что за босс. Накидает он нам... Не понял. Я ждал тебя, Мирьям. Скольщиков нужно стереть с лица земли, так? Так. Я хочу испытать тебя, а не прикончить. С тобой нечего делить. Может и так, но я говорю на языке крови. Если мы хотим достичь понимания, есть только один путь. А теперь дерись, как будто бы на кону стоит твоя жизнь. Заебись, начали. Просто минус 100, блядь, сразу. Почему у меня так мало хп? Почему меня, блядь, просто нахуй уничтожают все? Что за ебота, блядь? Да, блядь, ну я только полечился, ты, блядь, опять мне 100 хп снял, блядь, ты заебал. Пиздец какой-то, блядь. Довольно. Как мне драться так, будто бы на кону моя жизнь, если ты даже не стараешься? Ты заметила? Своим мастерством ты мог бы уничтожить меня за секунду. Это тебе подарок. Зангетсуто? Что ты делаешь? Мой меч Зангетсуто. Я прибыл в Англию в погоне за демоном по имени Гремори. Сразить ее можно лишь этим клинком. Гремори? Этот демон, что сопровождает Джибели, но зачем ты отдаешь мне меч? Я пытался найти Гремори, но так и с ней ни разу не пересекся. Думаешь, она тебя избегает? Похоже на то. Ты ведь заметила? Человек, которого ты ищешь, Джибель, Гремори им управляет. Но ее власть над ним не абсолютно. Быть может, ты заметила на эти моменты слабости, когда ее воля не столь сильна. Да, при встрече на Галеоне. Хорошо, это значит, что твоя связь с Джибелем еще сильнее, чем Гримори. И она это знает, а значит, не позволит вам с ним остаться наедине.
Когда она появится, срази ее этим лезвием. Постой, а почему бы тебе самой не пойти и не сделать это самому? Потому что если она боится меня еще больше, чем потерять Джибери, то мы можем ее потерять. Я отомщу и так или иначе, даже если этому придется отдать тебе меч. А пока ты будешь разбираться с Гремори, я решу кое-какие другие дела. Ладно, я закончу то, что ты начал. То, что я начал? Да, не сомневаюсь. Хм. Все? А что за меч-то? Он что, прям хорош? Да, меч как меч. А что, бьет как? Шляпа! Шляпа! Okay. Так, блин, я что-то... Ну, то есть, если это как в этом... Как в Symphony of the Night, то это типа ключевой предмет, который... Хотя... Она наверняка там в комнате находится, эта тетка, которая контролирует его. Как это было, да, в симфонии. Ну, там та же история абсолютно. Почти, точно такой же бой. Ты убиваешь, тебе говорит Гейм-овер. В общем-то. Но если у тебя там есть какие-то очки специальные, ты можешь ее увидеть. Ну-ка давай сюда. Комната плотника. Ты, блядь, босс, что ли? Ты что творишь-то? Блять, так-то больно, еб, слышь. Здесь, то есть... Блять, давай нахуй, не надо. Пиздец, он жесткий. Я сохранил способ босса. Я надеюсь, я сохранил способ босса. Да, сохранился. Блять, мне защита нужна, пиздец как. Где мне ее взять-то? Накинуть вот это, блять, атаки не будет. Застрял на их дверях. Да я чую, я сейчас тоже застрять могу. Мне не хватает защиты. Они так бьют больно, капец. Просто, ну, 9 ударов, я труп. Нафиг мне так много хп. Быть может, надо что-то... Может, нужно этот.
Да это еще что такое, слышь? Блин, тут так не получится. Ха-ха-ха, смешно. Ну а что я сделаю-то еще? А если только не буду это броню новую где-то искать. Жесть какая-то. Дадим посмотрим. Начальная локация. Что мы можем накрафтить? Кримсонит. Я даже этих врагов не нашел еще. Серьезно? 79 и 80. Как я не нашел вообще врагов-то? Как это может быть? Это Ромик. Так. Создать броню. Пиздец. Это вообще не нашел ничего. Ну, алмаз только. Рога демона. Где рог демона взять? Ты шо, кокошник? Ну, блин, один брони мне сейчас вообще не даст ничего. И два брони тоже не даст ничего. Мне надо что-то серьезней. Либо плеяды, либо вот это. Рог демона. Татанаси. Ага. Подпятнанный череп. Рихалк. Кримсонит есть один, кстати говоря. Шкура демонов одна есть.
знакомцам. Два одинаковых кольца можно? Щит от огня. Прыжок в высоту. Тушит урон от катаны. Периодически восстанавливает ОЗ. Пассивка. Более ценные денежные предметы появляются чаще. Да, вот это сделаем. Оно же не... Дзангетс сказал, что Джибель находится под контролем демона во имя Гремори. Гремори. Одна из 72 демонов. Я думал, что Джибель не чудовище, но чудовище управляет им. Тогда есть и шанс его освободить. Я сделаю все, что смогу. Я тоже. Но Гремори это столь много объясняет. Джибель не смог бы устроить что-то столь гнусное с помощью одного только своего кристалла. То есть, если добавить силу Гремори к своей, это дает совсем другие возможности. Ой, прости. Если начну разводить теорию, меня не остановить. Прыжок в высоту остался, двойной прыжок в А как работает? Не понял. Что еще раз? Вверх ЛБ. Воу! И двойной прыжок есть. Вообще здорово. Абсолютно бесполезно. Так. Блэдстейн. Да, те наши. Ай, как собирать? Так, Орехолк. Орехалк. Из кого падает? Где взять? GX Outsider. Кто это? Кто это? Блять, как... Да есть другая какая-нибудь Википедия у вас. Нормальная. Какая-нибудь человеческая. Здесь что-то какое-то все мелкое. Кто это такой-то? Мужик с топором. GX. Да. Архивы, демоны. GX какой-то. Аутсайдер.
простите. Вообще не соображаю, короче, что я делаю. Ой, блин. Да у меня какие варианты-то еще? Кроме как... Кроме как сидеть фармить. Оружие, ну... Делать. Можно еще, конечно, вон туда сходить. Давай сходим. Супер, можно было просто фармить на каких-нибудь врагах долго. Вот отсюда. Вроде бы, да? Нихера не отсюда даже, да? Нет, отсюда. Да мне явно уровня не хватает здесь. Другого объяснения просто тупо нет. Нет экипировки и нет уровня. Что? Подожди. А! Господи. Я же думал, новая локация, серьезно? А это просто обход сюда. Быстро. Да. Зелье. Сундуки только если собрать. Отстань. А как я сундуки соберу? Если мост могу поднять. Так если такой момент, может быть, мост можно поджечь? Без понятия. Не? И вот это тоже непонятно. Ну все, это только мой один вариант. Все остальное, короче, я уже открыл.
Либо сундуки ходить собирать, либо фармить, я не знаю. До бесконечности. И пытаться босса завалить. Что, в принципе, вряд ли получится. Это Архимон. Дополз до компа. В смысле, дополз? Что такое? Так. Весь эфир, блядь, потратил на него. Давай, по 300. Всякую ебату купим. Ну да, пицца-то прям дохуя восстановит. Да, вот жареная картошка, мне кажется, и то больше восстановит. Так, сюрикен, до свидания. Дыхание камня. Сил не нужна. Воровать предметы у врагов. Нет, спасибо. Еще, я так понимаю, можно его еще раз усилить. Неуязвимость. Так я же два взял еще. Смысле? Мифрил. А тебе жирнуть не будет? Мифрил ему. Будто он у меня растет тут, ёпта, на балконе. Как оно? Да, что-то так себе. Самочувствие сомнительное. Ни температуры, ни кашля, ничего, просто голова болит. В виске прям слабость, да? Грустно. Или не слабость, не знаю, не понимаю. Да я пью. Так.
Давай, давай, без катонов и нуджицу. Можно было все это срезать и не ходить через них. Сразу бы к нему и все. Чего надо оставить? Да иди ты в жопу, блять, урод. Игра норм, но что-то, короче, душить начала. Я вроде как все открыл. Это просто типы, короче, вон гуляют и по 100 меня бьют. У меня это 900 хп это. А еще вот этот парень здесь. Что это? А, нет, жареная картошка все-таки не восстанавливает столько, сколько я хотел. Пипец. Писец. Ну вот нахера? Я победил? Или чё? Или ты, игра, опять упоролась? Да, ты играл, опять упоролась. Я даже не умер. Просто хп кончилось. Гейм овер, говорит. Что я могу изменить? Вот-вот, серьезно. Маску могу эту накинуть. Дамага не будет. Два защиты мне просто не даст ничего вообще. Оно точно что-то меняет вообще. Можно попробовать. Yeah.
Да, блять, откуда вы? Пиздец. Чё это, блядь? Что это за нах? Что это за нах? Вообще ничего. Вообще ничего. Дичь какая-то.